Вы посмотрите, как нас постепенно обваливали. Казалось бы, начали вот под фальшивыми благоприятными лозунгами. Ну, все обманулись, все купились. И демократию обещали, и свободу обещали, и изобилие обещали. Ну, кто против этого будет выступать? Тем более, когда все это звучало из уст таких ярых партийцев, допустим, прежних партийцев, таких людей, которые заявили о себе как о борцах за народное дело и прочее, что не поверить было невозможно. Но потом проходит год, мы видим, что это обман. И тем не менее нам хочется верить в этот обман. И мы еще второй год рукоплещем этому президенту. Потом обвал великого государства, потом обвал уже России, вооруженных сил, экономики, социальной сферы, и мы опять никак не можем понять, а что же с нами происходит. Конечно, винить народ невозможно. Невозможно, но и в то же время народ слишком доверчив. Народ слишком, на мой взгляд, потерял вот чувство самокритичности и внутреннего самосохранения. Надо исходить из одного. Вот Россию обрушили, и вот ей определили эту планку. И выше этой планки будут делать все, чтобы Россия никогда не поднялась. Вот как только в России чуть-чуть начинает стабилизироваться ситуация, так вдруг начинались перестройки, вдруг начинались реформы. И вдруг все менялось то, что на чем держалась вся страна. Коли нет цели, мы стали разрознены, мы потеряли чувство коллективизма, чувство локтя, чувство взаимной поддержки. А когда мы разобщены, когда мы растасканы по своим меркантильным, я бы сказал, квартирам и прочим, сопротивления нет. Лев Яковлевич Рохлин достаточно много сделал в своей жизни, и последние годы его были действительно бурными годами. Кроме того, что он прошел три войны, это Афганистан, Закавказье, а потом Чечня, ворвался и в большую политику. Он ведь всегда был на передовой. Он ведь никогда не прятался за спины других. Нелегальный курс.
Я считаю, что нам дважды повезло, значит, с лидером, как не трагично это. Я считаю, повезло с лидером Рохлиным, очень повезло. Во-первых, он поднял как раз тот слой людей, который больше всего в этом нуждался, и самое главное, тот слой людей, который очень многое может сделать. Что касается Виктора Ивановича, я считаю, что это как раз тот человек, который вот, ну, возьмите, первым поднялся против Горбачева, начал над ним суд. В 86-й год, главное следственное управление, я хочу сказать, самые сложные, самые тяжелые годы начались, когда уже и Советский Союз трещал по швам, потом эта эпопея с узбекскими делами, у меня были в подчинении огромные оперативно-следственные группы, мне пришлось мотаться по всему Союзу, был в Прибалтике, первые конфликты в Приднестровье, и мне пришлось выезжать на них, организовывать расследование. Сумгаит, Карабах, Ош, Фергана. Два первых месяца я организовывал расследование тбилисских событий, бакинские события. Все это, как говорится, пропустил через себя, видел. Большое горе людей, большие потери, большой ущерб, большое несчастье от горбачевских перестроек. И вот иногда говорят, ну как же ты осмелился возбудить уголовное дело в отношении Горбачева и прочее. Я говорю, наверное, столько, сколько я видел, помотавшись по всему Советскому Союзу, редко кто еще видел. В чем подлость и предательство Горбачева? Мы ведь оставили русскоязычное население там на произвольное издевательство. Это один момент. Второй момент, мы ведь потеряли, как говорится, наши передовые позиции в охране нашего государства. Система ПВО, система наших баз морских, воздушных, военных. Все взяли так и отдали сразу. Это же предательство продолжил и Борис, и Ельцин потом. Это, по сути дела, нарушение территориальной целостности государства. В этом я усмотрел измену Родине. Второй момент. В одностороннем порядке по указанию Шеварднадзе и Горбачева был уничтожен уникальный ракетный комплекс СС-23, или как его называли в вооруженных силах, АК. Ракеты оперативно-тактического назначения, дальность полета 400 километров. По договору, который мы заключили с американцами, они не подлежали уничтожению. Но эта ракета СС-23 была уникальной ракетой. Американцы истратили не один десяток миллиардов долларов, что-то создать подобное, или найти противоядие против нашей ракеты. Она неуязвима была в полете, ни одна система ПВО ее не сбивала. Но ничего у американцев не получалось. И вдруг неожиданно Горбачев с Шеварднадзе дают согласие в одностороннем порядке уничтожить эту ракету. Мы уничтожили этот вид ракет. 361 ракету, 106 пусковых установок. Трагедия. Это величайший урон для обороноспособности нашего государства. Подчеркиваю, американцы ничего не уничтожили, как говорится, взамен этому. Ну как после этого не возбудить уголовное дело в отношении подобного мерзавца? К сожалению, случилось так, что 4 ноября возбудил, а 6 был освобожден от занимаемой должности. Вот так моя карьера на прокурорском поприще, мягко говоря, и закончилась.
Моя-то биография очень простая. Я родился в Сосновке, Кузнецкого района, Пензенской области. Мои родители простые люди. Как я иногда с юмором говорю, но с хорошим юмором говорю, с добрым юмором говорю, что отец дальше своего района вместе с матушкой никогда не выезжали. Один раз только лишь тогда, когда отца призвали на войну в 41-м году. И вот он дошел до Кёнигсберга, был тяжело ранен, вернулся. А потом все время тоже жизнь в деревне, в селе. Он работал на лесоразработках, держал большое хозяйство, большой огород, большой усад, как раньше говорили. 8 классов я закончил у себя в деревне, а 10-летней школы не было. И поэтому я уехал километров за 50 от села. Там был интернат, это село Махалино, село имени Героя Советского Союза. Закончил 10 классов. Меня отец оформил на работу, на лесоразработке. Я 1,5 года работал грузчиком, одновременно учился. Я сдал успешно вступительные экзамены. То есть те баллы, которые у меня были, я их подтвердил в аттестате. За эти 1,5 года я 2 сессии сдал на отлично, и меня перевели на дневное отделение. Дальше я заканчивал Саратовский юридический институт уже на дневном отделении. После окончания службы на Тихоокеанском флоте, хотя мне там предлагали остаться и дальше работать в военном трибунале, но я вернулся в деревню. Я ведь последний сын у своих родителей, 10-й ребенок. Все уже разъехались, я оставался один. Я чувствовал какую-то обязанность быть или рядышком с родителями, или где-то с ними вместе жить. В Пензу вернулся, работал 3 года следователем районной прокуратуры, потом старшим следователем областной прокуратуры. Ну, хочу сказать, что я был фанатом своей работы. Работа мне нравилась, у меня получалось. Самое главное – это четкость и жесткость в отстаивании той позиции, которая есть. Можно и мягким голосом ее отстаивать. Но мягкий голос надо подтверждать конкретными делами, конкретными шагами. Вот здесь должна быть принципиальность. Принципиальность в больших вопросах. Мы не националисты, но мы говорим о разумности в национальной кадровой политике. Ведь одна нация. Несправедливо. Вот против чего я выступаю. Против вот этого перекоса, против унижения русских и всех остальных наций, коренных наций Российской Федерации. За спиной Ельцина стоит небольшая группа людей, ну, как иногда называют, комарилья. Комарилья, которая, не обладая никакими конституционными правами, используя нездоровое состояние президента, манипулирует им. Сегодня есть возможность выкачивать богатство, воровать в России. Они будут в России. Как только прекратятся возможности вот воровать, прекратим мы им доступ к нашим национальным богатствам, они убегут на вторую, на третью родину. Это люди без стыда и совести, это люди без, я бы сказал, без отечества. И кроме как одного признака, национального признака, у них нет. А родина у них там, где хорошо жить. Я вам скажу так, эта власть свою власть без крови не отдаст. В 93-м году она напилась народной крови, и как вот это вот животное, которое, попробовав кровь, идет до конца, эта власть пойдет до конца ради собственного выживания, ради всевласти.
Конечно, очень опасно. Конечно, очень опасно, но опаснее еще и другое. Вот оставить страну вот так, если вообще-то хотя бы какой-то голос сопротивления не звучал, ну, простите меня, нас бы, наверное, давно продали. И меня бы, наверное, продали, и мою дочь продали, и мою жену продали. И сказали, ну-ка, из квартиры вы выметаете, ну-ка, вообще так, землю мы продали, больше продавать нечего, вот люди остались. Но должен же быть какой-то сдерживающий момент, должен быть какой-то противовес. Это один момент. Второй момент, наверное, вот я всегда говорил, удивительная была у меня мать. У нее 3 класса образования, но насколько она понимала, вот чувство добра и зла, о том, что надо трудиться честно, чтобы рубль должен был заработан, не воруй, не обманывай, не лги. А потом, видимо, у меня хорошая школа, школа юридического института. Потом школа прокурорской работы, когда и сам уже себя воспитывал. Дальше не смей нарушать, не смей отступать. Должно быть вот так. И когда на эту несправедливость, которая была, она всегда есть и будет несправедливость. Другой вопрос, в каких объемах. Или то ли она принимает государственные масштабы, то ли это исключение. Вот с прокурорских позиций мы реагировали тогда как на исключение. Это был принцип. И вот, наверное, это уже настолько впиталось в меня, что когда я вижу эту гадость сегодня со стороны президентов, со стороны остальных, я уже молчать не могу. Уважаемые народные избранники, я приступаю к обоснованию обвинения, предлагаемого вам для начала процедуры отрешения президента Российской Федерации Бориса Ельцина от занимаемой должности. Не плачь. Все нормально. Что? Нормально все. Что-то сейчас укольчик тебе сделали. Сейчас потом влетаю. Без лунка,
Таковы некоторые последствия проводимой президентом политики. На наш взгляд, она сродни технике депопуляции славянских народов, разработанной немецкими нацистами для расчистки экономического пространства СССР, для расы арийских сверхчеловеков. Сейчас эта политика проводится в интересах нового класса собственников, который рассматривает население страны как обузу, препятствующую эксплуатации природных ресурсов России. Страна без внешнего вторжения несет сегодня человеческие, материальные и моральные потери, сравнимые с потерями от иностранной военной интервенции. И это само по себе уже делает невозможно дальнейшее нахождение Ельцина на занимаемой должности. Мы полагаем, что его отрешение и будет началом процесса возрождения страны. Это в наших силах, уважаемые народные избранники. Наше положительное решение будет серьезным предупреждением как для нынешних, так и для будущих правителей России. Как бы ни говорили о процедуре отрешения президента, о том, что она неудачно закончилась. Ну да, может быть, неудачно мы не достигли вот этого прямого конституционного результата. Но, на мой взгляд, она высветила и показала всем через большинство депутатов при голосовании, Государственная Дума сказала: Борис Ельцин, все твое правление — это система преступных деяний. И она откровенно сказала: эта процедура, Борис, ты преступник. Это политическая оценка, но это историческая оценка, которая будет играть исключительно важную еще роль в будущем России. Есть народ и есть суд времени. Будут судить за разрушение, будут судить за те слезы, за ту кровь миллионов убитых, исковерканных судеб в этой перестройке. Советский Союз разрушили, и сегодня России прямо говорят, что мы никогда не допустим, чтобы Россия была действительно великим государством, большим государством, великой империей. Но ведь Советский-то Союз разрушали. Через кого и с помощью кого? Опять-таки через Ельцина, через это окружение. А коли это окружение, как говорится, находится на службе у западной закулисы, международной закулисы и международного правительства, конечно, он не будет предпринимать каких-либо шагов для восстановление мощи. Поэтому главный вопрос, который есть сегодня у ДПА, это вопрос о власти. Решим мы его, наверное, все остальные вопросы будет проще решить.